Никто со мной Матвей. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И сегодня у нас будет яма iPhone против Андроида. Это вот такая новая наша рубрика, где iPhone против Андроида. Ты туда прыгаешь и как бы смотришь, что там. Вот. Ты проходишь всякие паркуры. Вот за это. Начинаем. Вот и мы начинаем. Так, смотри, куда будем сначала прыгать? Давай вот в эту яму. Стой, Матвей, нам нужно сначала чекпуки поставить. Ты помнишь, как тебе поставить? А чекпуки? Так, Матвей, давай чекпук ставим. Ты поставил? Угу. Так, все. Так, и куда прыгать будем? Ё-моё. Так, ну давай реально туда. Так, ну что, туда? Там курочка бегает. Давай в айфон. Я первый. Ай. Да, больно так. Ау. Наверное, в Android надо было. Ладно, сейчас пропишу тебе кил. Ну, чтобы именно... Так. Сейчас я быстро тебе пропишу кил. Так. А, так я же могу... Ты чего? Ничего не делай. Хорошо. Кил. И я сейчас все игроки пропишу. Смотри. Все игроки. Кил, все игроки. Все, мы все. Реально. Так. Давай тогда в Android. Так, стой, можно я первый? А, блин, я ненавижу эту воду. Даже открыто один раз. Допустим... Так, подожди. Да, просто закрыть. Сейчас, подожди. Так. Да что ты творишь? Блин! Что за баб? Не тянет. Давай. Так, сейчас. Так, сейчас. Так. Давай. Блин. Ладно, сейчас я быстро пропаркую. Давай. О, я не рассчитал скорость. Тихо. Ага, все, я туда. Так. Тут ничего нет. Так, тут. Нашел? Да, я нашел рычаг. Да, можно просто кил прописать, да? Зачем нам? А, так там все равно это. Я сейчас кил пропишу, там все равно яму. Та-та. Сейчас. А, ладно. Просто кил прописал. Так, ладно, погнали в следующую яму. Кил. Нет. О, если бы я попал, я был в шоке. Что? Я попал! Повезло. Так, ладно, погнали. О, блин. Давай. Так, Это как его? Невидимые блоки. Все. Крипер! Ребята, у нас тут, конечно, недочет случилось. Ладно, пропустим. Сейчас факел. Матвей, давай факел. А тут невидимые стенки опять. Бесит. А так вон там! А как? А как, подожди. А, мы как раз здесь проход. Сейчас. Так, короче, Матвей за мной. Сюда. О. Так это изи. Это наверное. Змейка. Подожди. О, видишь, там что-то есть. Подожди. Это сундук. Ё-моё. Тут оружие. Я тебе сейчас возьму быстро. Так. Да, я тебе вот это дам, на. Спасибо. Так, я себе ножик возьму. Так, Матвей, бери. Так, а ты не забудь пока подписаться, ведь я еле-еле снимаю для вас видео.
А еле-еле. А вначале ты как орал. Я согласен. Ты просто водички умер. Так, и вот это вот. Мама. Сейчас зомбаки сюда зайдут, получается. Мы их будем атаковать. Курицы. А что у них такие оружия? Ёшкин. Ну давай! Мы в этом ролике примерим. Нифига. Все по маслу. Вот. Ты куда ты меня бьешь? Давай я примерю. Еще один. Давай я примерю. Примеряю. Что это такое золотая терраса? Вот это золотая терраса. Ну ладно, что? Ничего себе, какая у тебя... Какие у тебя стильные ботиночки. Ага. Ну это уже... Это что такое вообще? У тебя жилет какой-то. А, это жилет. Ага. Да, это жилет. Круто. Так, ладно. Это меч. Жесткий? Конечно. О, он такой жесткий, да? Ты где? А вот у меня. Да хватит уже. Драка просто... Драка завязалась, просто у нас много ям, и мы поэтому не можем разделить. И забыла вопрос вам задать, ребята. Вот. Какие у вас телефоны, Android или iPhone? У меня, например, два Android'а. У Матвея Android. Вот. У меня Samsung, а у Матвея... У меня два... Короче, у меня Samsung и Realme. А у Матвея... У Матвея Realme тоже. Вот. Ну, ребята, на этом заканчивается единица получилось. Вот. Вот эта концовка у нас, конечно, я вообще вот какой-то, я не знаю. Вот. Вот такое видео у нас получилось. Поддержите меня лайком за то, что я болею, чтобы я выздоровел. Вот, картошечка, Матвей, спасибо. Вот. И поддержите нас, что мы так старались. Вот. Ну, всем удачи, всем. Пока-пока. Пока-пока, ребята.